Хотелось бы сказать несколько слов по защиту, вернее, защиту наших ребят с Октябрьского, так как мы все их знаем, знакомы с ними, и лично я знакома с некоторыми. В первую очередь хочу сказать за Арсена Каирова. Это очень добрый, очень отзывчивый и такой честный человек, просто жизнерадостный, который стремился только к хорошему в жизни и вырастить своих деток, стремился только-только сделать добро всем. Любые праздники, они все втроем, первые были на первом месте, это самые хорошие ребята, самые активные, самые дружные ребята нашего народа. Арсен, за Арсена, я его очень хорошо знала, несколько лет. Хочу сказать, что вот когда это все произошло, на утро, буквально вот когда их с обысками забрали, ребят наших, это Арсен, Эскендера и Рустема, мужу стало плохо. Это ускорило его болезнь, обострило, вернее, стресс он получил. И не прошло там какое-то время, его не стало. Но вот этот стресс ему очень сильно повлиял на него, на его болезнь. Арсен у нас, я его знаю очень с хорошей стороны, очень. Никогда ничего плохого, ничего общего с терроризмом он не имеет, этот человек. Я уверена в этом. Все, что было у него на душе, это только доброта. Вот эта тяга жить со своей семьей, на своей родине. И тяга вот эта вот постоянно к работе, очень трудолюбивый, честный. Никогда я от него не видела таких, в общем, отрицательных черт в его характере, я никогда не видела. Много-много можно сказать, это не, можно кучу примеров привести. Вот честно говорю, даже вот когда сказали терроризм, ну терроризм это вообще не то слово, вообще. Нету такого у этих ребят, у всех, не только у этих, у всего нашего народа, нету. Терроризма близко, мы не для этого приехали на родину, и заниматься тут терроризмом, это просто абсурд какой-то. Теперь хочу сказать за Эскендера, это мой племянник, вырос на моих руках, я его очень-очень хорошо знаю, видела каждый день. Не было такого, чтобы ребенок, этот 20-летний парень, вообще, чтобы грубого слова сказал. Маму свою любил, как просто и любит по сей день, видно это заметно. Бедная мать, которая льет бесконечные слезы, это моя сестра, не может увидеть своего сыночка, обнять его, единственного сына, не может его обнять, не разрешают. И вот хочу сказать, что вот вырос он вообще добрым, очень-очень положительным ребенком вырос он. Мы гордимся им все. И дай Бог всем таких сыновей. Всем таких сыновей, которые сейчас вот очень умные, очень порядочные. Ребята сидят за решеткой, больно смотреть на этих детей, оставшихся без отцов, и матерей, которые плачут, льют слезы за своих сыновей. Очень-очень больно смотреть. Не заслужили они этого. Если бы были они вместе с нами, вот если были бы они в нашем обществе, нам было бы всем легче от этого. И лучше было бы всем. Независимо от национальности. Любого спросить, если вот окружающих, вот соседей там, любого спросить, никто не скажет за них плохого. Никто. Это я, в этом я уверена. Дай Бог, чтобы эти дети, если эти парни вышли на свободу поскорее к своим семьям, к матерям, к женам и жили
просто жили для себя, для своих семей. И делали добро, продолжали делать вот это добро, что они делали до сих пор. Очень на это надеемся. Надеемся на Всевышнего.